Куда теперь? Не знаю. В смысле? Это то самое здание, но в этой его части я никогда не был. Мост ведет в дальнюю часть здания. Тут я впервые. Что ж, ладно. Давай поищем, как спуститься. Считай, нам повезло. Может, дело не в удаче? А может, в ней. Некоторые псы верят в Бога. Они молились. А я не верю. Если уж умирать, то ради себя. Тогда что ты здесь делаешь? Зачем ты вернулась за нами? Это долг. Кому? Ты нам ничего не должна. Просто иначе бы совесть замучила. Thank you.
Отлично. Здесь можно спуститься. Мы можем выйти прямиком к дальней больнице. Просто труп. Из ваших? Нет. Видишь, как он одет? На. А то там темно. А, вот как это работает. Им приказали провести зачистку. Лев, в здании есть зараженные? Мы всегда спускаемся на лифте, так что не знаю. Поры. Идем в масках. У меня нету. Так вы что, не верите в маски? Было не до нее. Может, там они есть. Жди здесь. Назад. Еще дальше. Если ты умрешь, мне конец. Тогда помолись за меня. Так, маска. Маска. Как же тут все расхреначило. Черт. Вот там и сиди, ладно?
Что я вытворяю? Вот не кстати. Наконец-то. Маску-то зачем было портить? Козёл. Да. Вроде цела. Ладно, пойдем к Леву.
Черт, черт. Это тебе. Дай. Мы слишком долго. Быстрее нельзя. Твоей сестре не будет лучше, если мы оба умрем. Вот так. Мы сможем. Ты нашла дорогу? Нет. Эбби, может, туда? Это Брандспойт? Лев, иди с него вниз. Сейчас. Я спускаюсь. Осторожней. Давай. Все получится. Иди за мной. Да успокоится буря. Боже. Вросло в стену. Не навсегда, как видишь. Ненавижу демона. Понимаю тебя. Thank you.
Как думаешь, сколько еще этажей осталось? Не знаю. Здание большое. Да. Я так рада, что мы срезали путь. Несмотря на то, что тут столько демонов, в этом соль шутки. Спасибо, Фенн. Что-нибудь слышишь? Нет. А ты? Нет.
Хорошо, пойдем. Как это бесит. Это здание меня бесит. Мы почти выбрались. Осталось чуть-чуть. Thank you.
Ну что, прогресс. Лев, ты как, в порядке? Да. А ты? Если честно, не особо. Ай!
одного демона. Ага, убили. Идем. Давай. Пошли. В жопу это здание. Согласна. Что это? Четвертак. Это четверть чего-то? Что? Можешь снять маску. Спасибо. Yeah.
Видишь, вон там лифт? Да. На нем бы мы и спустились. Мимо зараженных. Круто, Лев. Ты только не рассказывай им, что с нами было. А то Яра будет переживать. Ты хороший брат. Можно тебя спросить? Можно. Ты не жалеешь, что побрил голову? У нас не должно быть сожалений. Лев. Лучше бы. Я просто убежал. Тогда Яра не пострадала бы из-за меня. Она осталась бы дома, заботилась о маме. А ваша мама нуждается в заботе? Она наша мать. Это наш долг. Дальше тебе нельзя. Что? Почему? Потому что они тебя убьют. А от меня им нужен только реванш в Нарды. Какие еще Нарды? Зайду через переднюю дверь, заберу все и вернусь сюда. А ты жди меня тут, ладно? Ладно. Это я, Эбби. Эбби? Это Эбби, черт! Она одна? Открывайте!
Привет. Ты что, вплавь добиралась? Ха, да лодка накрылась. Я к вам за медикаментами. Айзек распорядился. Так мы к нему это все и повезем. Что ему нужно? Не могу сказать. Мне дали одно поручение. Мы пакуем и вывозим все припасы. Посмотри, может, у кого-нибудь есть. Слушай, Нора здесь? Она вчера сказала, ее отправляют сюда. Только что уехала, но она вернется. Ладно, спасибо. Откуда они берут пополнение? Может, ловят всех нарушителей и промывают им мозги.